Всем привет, это команда Автопанорама. Прямой эфир, стенд Джили Московского международного автосалона. Прошла презентация, и мы видим на стенде только любимый в Беларуси и кроссовер, который уже собирается целиком, не просто отверточная сборка, а тот самый Джили Атлас. Кстати, скажем сразу, что этот обзор мы делаем поддержкой с белорусского дилера Джили Luxury Motors. И вы можете прийти в салон и купить этот кроссовер с офигенским предложением, с кредитом 1,9 годовых процента. Поэтому кроссовер очень хороший. Мы познакомились с ним полгода назад. И действительно, это очень-очень шикарное предложение в своем сегменте и с точки зрения цены, и с точки зрения кредита, и с точки зрения механики. Еще один автомобиль M-Grand 7, третье поколение, которое представлено здесь на стенде. Это классический седан в приятном исполнении. Да, это бюджетный автомобиль, поэтому и пластик, но обратите внимание на вот эти элементы матовые, не хром, не блестящие. Очень практично, очень вкусно. Еще один автомобиль M-Grand GS. Это такой купе-кроссовер со скошенной линией крыши, с клиренсом и пластиковым обвесом кроссовера, но с возможностями купе. Еще одна премьера, совсем свежая машина, это Geely J.E. Это большой представительский седан. Я так понимаю, это гибридная версия, которая анонсировалась. Это Geely J.E. Очень много места сзади. Обратите внимание на отделку салона, отделку элементов. Это пластик под дерево, очень качественно. Посмотрите на панель приборов для заднего пассажира. Нас интересует, конечно же, место водителя. Давайте посмотрим, как выглядит передняя панель. Пластик под дерево. Большая-большая закрывающая нишу для бардачка. Панель с огромным тачскринным краном. Центральная панель, центральная консоль с коробкой переключения передач. Рулевая колонка с многофункциональным рулем. И вот панель приборов. Сразу видно, что перед нами, конечно же, не адаптированы для России, Беларуси, Казахстана вариант. Перед нами китайский вариант. Он не так давно был премьерой там, в Китае. И еще одна вот премьера 2018 шанхайского автосалона, который доехал на московский автосалон. Это кроссовер SX11. Давайте поближе с ним познакомимся. Автомобиль очень яркий. Все-таки Geely и тот же Atlas более сдержанный автомобиль. Вот это компактный категории SUV C кроссовер. Размеры 4330 на 1800, масса 1345, невысокая колесная база 2600. Двигатель здесь представлен полуторалитровый турбодизельный с мощностью 177 лошадей. Производитель анонсирует разгон до сотни за 7,9 секунды. Трансмиссия семиступенчатая DST, то есть, видимо, это вариатор. И перед нами переднеприводная версия. Обратите внимание на клиренс 180 мм заявлен, на передний бампер с агрессивным таким ледовская, то есть светодиодная вся полностью оптика.
Давайте посмотрим сзади тоже. Это светодиоды Advanced LED. Очень-очень выглядит кроссовер ярко и вкусно. Здесь можно найти вот эту повторяющуюся в кроссоверах Geely заходящую наверх линию, поясную линию стекол. Давайте посмотрим, что у нас внутри. Внутри пластик, кожа, большой экран, тачскрин, такой необычной конфигурации. Трудно мне даже сказать, какой его размер. Окантовка хром пластик. Знакомы нам по атласу вот такие ручки. И очень похожая центральная консоль. Руль со скошенным снизу объемом и панель приборов. Как вообще впечатление? Вот. Пока никак, ездить надо. Не, красиво, очень красиво. Но не пахнет Китаем, вот что очень важно, потому что... Самое главное, нет. Да, на последних китайских автомобилях, и в частности на Geely, проработка деталей, обратите внимание, проработка кожи, проработка элементов очень на высоте. Хочешь, давай. 18-е диски, 215/55, и очень яркая, агрессивная внешность. Мы, конечно, будем ждать и такой кроссовер у нас в Беларуси для сборки, SX11, может быть, он по-другому будет называться, но это очень интересный вариант с точки зрения дизайна, с точки зрения агрегатуры. Если он будет доступен по цене, это будет, несомненно, хит. Еще один автомобиль, с которым я хочу вас познакомить, это обновленный M-Grand X7. Именно обновленная рестайлинговая версия представлена здесь, на московском автосалоне. Здесь изменения не только снаружи, изменения внутри. Обратите внимание на проработку салона, на элементы, вот он, большой дисплей, на новый руль. Многоуровневые, раз, два, три решения панели приборов. Ну и посмотрим, какие изменения. Просто Geely, но LED light у нас на, я так понимаю, ближний свет, и обычный у нас на дальнем. Здесь также обычный свет на противотуманках. Вот новые фонари. Ну, автомобиль. Упс. А что это у нас тут вылезло? Ну, видимо, не белорусская сборка, Китай. А белорусская сборка отличается особым качеством. Мы гордимся тем, что Geely собирается у нас в Беларуси. Мы гордимся тем, что Luxury Motors, официальный дилер Geely, продает эти качественные автомобили и предлагает очень хорошие цены и очень хорошие кредиты. Больше обзоров премьер московского автосалона у нас на канале YouTube. Найдите нас в соцсетях, мы тегаем команда Автопанорама и московский автосалон. Будьте с нами, делитесь. Мы увидимся в следующих репортажах.